Всех приветствую на своем YouTube и Яндекс каналах. За окном, как обычно, пятница, 20:00 на часах, и сегодня у меня обзор на огурцы сорта Герман по итогам двух сезонов, 19 и 20. Огурцы сорта Герман – это самый популярный сорт огурца на российском рынке. Это раннеспелый высокоурожайный гибрид голландской селекции. Сажал огурцы семечками в грунт в середине мая. Май 2019 года был изумителен по погодным условиям, и все огурчики выскочили через неделю. А вот май 2020 года оказался намного холоднее. Ни одно семечко не вышло, и огурцы пришлось пересаживать в начале июня месяца. Процесс развития шел отлично в обоих сезонах до середины июля, когда произошло уже традиционно для Ярославля резкое похолодание с проливными дождями, в результате которого уже не первый год наши огородники лишаются урожаев огурцов из-за корневой гнили. Корневая гниль – это грибковое заболевание, развивающееся на корнях растений, в данном случае огурцов, возбудителем которого являются различные грибки. Развивается это заболевание при температуре ниже плюс 15 градусов и долговременном нахождении корней огурцов в холодной воде. То есть июльские ливни при плюс 10 градусах – это идеальное условие для поражения корней огурцов этой гадостью. Выявить это заболевание очень просто. Если у вашего огурца лист начал желтеть как при засухе, а вы поливаете его обильно, это однозначно корневая гниль. В интернете очень много способов борьбы как химическими, так и биологическими препаратами, но лично мне не помог ни один. Стоит отметить, что огурцы Герман очень стойко противостоят корневой гнили. Даже потеряв большую часть листового аппарата, плоды все равно продолжают наливаться, и этот процесс останавливается только с полной гибелью растения. В связи с тем, что всходы огурцов в сезоне 2020 были позже на месяц, то июльское похолодание застало их в разной фазе вегетации. Если в сезоне 2019 огурцы в июле уже практически полностью отцвели, то в сезоне 2020 процесс цветения был в самом разгаре. Соответственно, и урожай 2019 года получился гораздо богаче урожая 2020 года. 50 кг против 20 кг с 4 растений. Подкармливал огурцы всего один раз в начале вегетации настоем куриного помета. Хочу отметить, что Герман растет кустом, что делает его очень удобным в подвязке. Я его никак не формирую и каждую плеть отдельно подвязываю. У огурцов не бывает пустоцвета, то есть 100% завязи дает плод. Всем настоятельно рекомендую сорт огурцов Герман. Это вкусный, хрустящий и урожайный сорт. Новые видео каждую пятницу в 20:00. Увидимся теперь не только на YouTube, но и на Яндекс.Эфире. Всем пока и удачи!